Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Против принятия документа выступили 9 стран, 35 членов Генеральной Ассамблеи при голосовании воздержались, а еще 20 государств вообще не высказали свою позицию, не нажав ни на одну из трех кнопок на пульте для голосования. Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли заявила: «Соединенные Штаты Америки запомнят этот день, когда нас выбрали для нападок на Генеральной Ассамблее всего лишь за то, что мы, как суверенное государство, воспользовались своим правом. Мы запомним это, когда нас снова попросят внести самый большой в мире вклад в бюджет ООН». По мнению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, голосование показало, что достоинство и суверенитет не продаются. До начала встречи страна-член ООН угрожала всем другим участникам. Нас попросили проголосовать против, либо столкнуться с последствиями. Некоторые даже грозились урезать помощь. Такое отношение неприемлемо. Это запугивание. И наше собрание не проголосует за признание. Узнав о результатах голосования, премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль полностью отвергает эту резолюцию. «Иерусалим всегда был и всегда будет столицей нашей страны», — сказал Нетаньяху.